Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Записки журналиста геймера» и читатели одноименного блога. Ну что, классическая схема то густо, то пусто, то есть то на канале по полгода нет контента, то вот сразу что-то новое. Сегодня у нас понедельник, 11 февраля, 17:27 московское время, и решил я спонтанно заснять вот такую распаковочку, может быть, кому-то будет интересно и полезно. Это аккумуляторы на 2А и на 3А, то есть 2А и 3А. Вот 3А это тоненький, кто не знает, вот он из боков. 2А это более потолще размер. И зачем, собственно? У меня есть вот прям в прямом эфире покажу. Зарядочка Apple с аккумуляторами 2A, там, по-моему, на 1200 емкость или на 1000, не суть важно, мне емкость была не принципиально, мне было важно, чтобы мышку заряжать и не только. То есть я узнал еще давным-давно, что такая штука есть, в 2013 году, и купил. Сейчас эти аккумуляторы разошлись по квартире в разных там вещах, в гирляндах от IKEA и так далее. И как-то тут смотрел, что есть, как бы случайно увидел, то есть надо было кое-что другое покупать из электроники, но это не для себя, а для дома. Вот. И тут увидел, что есть вот такая штука. Заряжается она от USB, но вот тут, как вы можете посмотреть, здесь у нас разные варианты, то есть от сетевого адаптера, от чего угодно. И вот тут время зарядки, сколько, как, чего заряжается. И, собственно, зачем? Дело все в том, что, несмотря на то, что у меня вот и клавиатура Apple-овская, и трекпад Magic, которые заряжаются от, на обычный лайтинг. Зарядки есть еще на хозяйстве. Виндовый компьютер, тот самый MCI Trident, распаковка которого есть на канале. И к нему идет, некомплектная, мышка. У меня была мышка и клавиатура беспроводная. И вот как часто делает Microsoft, немного странно, разные аккумуляторы, то есть AAA, если можно так выразиться, в мышке, и обычные в клавиатуре. Или наоборот, да, наоборот, в клавиатуре вот такие тоненькие, а здесь вот такие тонкие в мышке. И я как-то посмотрел, что, хочется иметь штуку, которая хоть как-то на всякий случай, знаете, это стоят они в 310 рублей, вот, вместе с зарядкой и 4 аккумулятора. Сейчас у нас иная чашка кофе стоит дороже. Я решил, что на хозяйстве пусть будет. Поэтому давайте распакуем, посмотрим, как это выглядит. Хотя это вообще не гаджет, я понимаю. Вдруг кому-то будет интересно. Сейчас попробуем разломать вот этот полиэстер и его раскрыть. Итак, битва с полиэстером закончилась моей победой, но до сих пор не понимаю, зачем делать такие прочные. Понятно, аккумулятор, да, но там в два слоя, там, то есть без каких-нибудь там крепких ножниц или такого резака невозможно что-то сделать. Поэтому открыл кое-как. И давайте перейдем к описанию, что там внутри. Значит так, два аккумулятора 2A, 2A, кому как, на 1000. Вот сейчас, если сфокусируется, да, вот, на 1000 миллиампер каждый. Вот он, да-да-да. И вот эти на 3A, на 3A или... AAA, если уж канал про игры. Хотя какие тут игры?
прохожу все старое на 400 миллиампер. Вот, и вот эти аккумуляторы, на коробочке написано, что они заряженные, но буду проверять. Аккумуляторы эти заряжаются вот в такой штуке. Вот она. Как видите, два вида пружинок, под большие и под маленькие. Здесь написано прям крупно, не использовать с батарейками, то есть со всем, что не перезаряжается. Тут токи, входные, выходные и винтики, что намекает нам о том, что это все разбирается. И самое главное, обратите внимание на название. То есть для русского уха и слуха прям замечательно. То есть хотели кока, а съели кука. Вот, поэтому здесь вот под пальчик такое отверстие, где можно его всунуть и что-нибудь отсюда выпихнуть или вытолкнуть, в зависимости от ситуации. Поэтому сейчас давайте покажу, как помещается и тот вид аккумуляторов. Извините, еще кашляю, что как-то простуда отпускает медленно. И верно. Вот, продолжаем тестирование. Значит, вставил я маленькие на 3А аккумуляторы. По виду они не крепко сидят. Вот здесь прям половинки торчат, если увидите вон там. То есть вообще не плотно. Если резкость позволяет. По-моему, позволяет. Вот, давайте еще раз. Вот. То есть, как бы там они наполовинку вообще вытарчивают, как говорит дочка Умпутуна из радио Ти. И вот при зарядке моргает светодиод. Я думаю, что после зарядки он будет просто светиться зеленым. Их можно вот вытащить, и заряжается все от iMac. Такая сюрреалистичная картина, как видите, заряжать все же надо. В общем, я заряжу, потом поставлю вот эти, и пусть будут на хранение. Все просто, ничего включать никуда не надо, хотя вот инструкции тут такие, что тут все, что зачем. Почему? И емкость вот давай фокусируйся уже. Вот. Вот туда, потому что он здесь в инструкции, он показывает вот на 2. То есть 2000 миллиампер там, и тут 800. Зарядка всего этого 6 часов, но потому что от USB. Честно говоря, я бы предпочел более мощную зарядку, но пусть заряжает, а потом как-нибудь от сети попробуем. На этом, пожалуй, все. Вот, всем спасибо за короткий просмотр короткого ролика, или не короткий, или до конца. Не буду говорить про лайки и подписывайтесь, сами знаете. Если хотите, хотя мы не говорим если, мне тут недавно научили, в случае большой заинтересованности, вот так скажем, подписывайтесь, ставьте лайки. Можете даже дизлайки, как вам угодно. Всем пока и до новых видео.